Инфа, Чехия, как ослабит режим Путина. Нужно заставить Россию перейти к возобновляемым источникам энергии. Милан Ракос. Инфа.цз. Чехия. 10 апреля 2019 года. Российский Росатом не энергетическая компания, а нечто вроде министерства как утверждает Вилей Катинкинина из университета в Хельсинки. Поэтому специалист по энергетике окружающей среде настоятельно не рекомендует доверять достройку чешской АЭС Тимелин этой компании. В Прагу Тинкинин приехал по приглашению Института международных отношений. Инфо.цз, газопровод «Северный поток-2», как ожидается будет готов к концу текущего года. Разделяете ли вы опасения украинцев насчет того, что Россия снова воспользуется своим газом как оружием? Вели Пека Тинкинин, разумеется. Вы задумаетесь, насколько важны для экономики Украины транзитные сборы, и поймете, насколько все это опасно для нее. А то количество газа, который будет отправляться по газопроводу «Северный поток» и «Северный поток». 2. В Европу еще и принесет России доход. Европейская политика в области безопасности в этом смысле противоречива. С одной стороны, Германия хочет поддерживать Украину в конфликте с Россией, но при этом лишает ее главного экономического преимущества. А кроме того, Германия саму себя лишает преимущества, благодаря которому могла бы давить на Россию, строя газопровод Северный поток. 2. Мы на самом деле подталкиваем украинскую политику к России. На доставку российского газа в Европу пытается повлиять Европейский парламент, который согласовал определенные ограничения в этой области. Достаточно ли их? Европейское энергетическое законодательство отделило поставщиков и энергоносителей от тех, кто занимается их дистрибуцией на европейских рынках. Это положительный момент. Таким образом. Газпром не может быть монополистом, потому что не может одновременно экспортировать газ, и продавать его отдельным заказчикам. Россия, разумеется, возражала против этого энергетического пакета. Но для энергетической безопасности нужно сделать намного больше. Европейская зависимость от российских энергоносителей сопряжена не только с тем, кто их экспортирует и продает. У «Газпрома» хоть и нет монополии на дистрибуцию, экономическая зависимость от него все равно никуда не делась. Российская политика кнута и пряника продолжается, несмотря на законодательные изменения. Думаю, нам следовало бы уделить больше внимания зависимости наших энергетических компаний от России и тому, как зависимость крупных компаний влияет на энергетическую политику отдельных стран-членов Европейского Союза. Польша и Литва для своей энергетической безопасности построили портовые терминалы для СПГ из США. А что вы посоветуете странам, у которых нет выхода к морю? Энергетическая безопасность – это вопрос, выходящий за рамки компетенции отдельных европейских стран. Ни у Чешской Республики, ни у Финляндии нет таких инструментов, какие появились бы у Европейского Союза в случае, если бы он создал энергетический союз и торговал с Россией. Сейчас мы не можем заставить Россию задуматься о том, как ее методы обращения с энергоносителями влияют на окружающую среду. Но, выступая от лица всей Европы, мы могли бы заставить ее и тем самым также повлияли бы на всю нашу энергетическую безопасность а также внешнеполитические отношения. Как известно, именно торговля играет ключевую роль в отношениях между государствами. Мы можем укрепить наши позиции и при этом заставить Россию перейти от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам. Если Россия сможет перейти от нефти и газа, от которых режим Путина крайне зависим, к возобновляемым источникам, это также очень способствовало бы повышению нашей безопасности. Европейский Союз ввел санкции против России за аннексии Крыма. Насколько они эффективны? Стоит ли ЕС давить на Кремль сильнее? Санкции влияют на российскую добычу нефти и газа. Так, например, мы отмечаем определенные проблемы с новыми российскими проектами в Арктике и Восточной Сибири. Россия сейчас делает акцент на месторождениях в Западной Сибири, которые прежде ее не очень интересовали поскольку было известно о больших запасах в Арктике и Восточной Сибири. После введения санкций добыча увеличилась, но ясно, что в долгосрочной перспективе, скажем в ближайшие 10-15 лет, она будет сокращаться. Таким образом, санкции оказывают действие, но медленно. Путин же думает только о ближайших двух-трех годах. Он думает, как ему финансировать армию и выполнять свои обещания в социальной сфере. Возможно, нам не стоило бы вводить столько санкций против его режима, и было бы лучше позиционировать себя в области энергетики как одного крупного заказчика. Я приведу вам пример. Когда мы покупаем бананы в Эквадоре, мы, будучи крупным покупателем. Ставим ему условия из области охраны окружающей среды или относительно того, как он должен обращаться с рабочими на плантации. Потом люди покупают бананы и видят на них наклейку о том, что все в порядке, что они произведены экологичной детского труда, при их выращивании не применялось. Почему бы то же самое нам не сделать в случае закупок российского газа? Ведь мы являемся крупнейшим заказчиком закупая две трети добыток России энергоносителей. Россия предлагает некоторым государствам только политику кнута и пряника, а мы не можем ничего с этим поделать и не в состоянии сформировать общую энергетическую политику. Некоторые полагают, что вопрос не в том, способна ли Россия напасть еще на одно иностранное государство, а когда и где это произойдет. Что вы, как специалист по России, об этом думаете? На мой взгляд, это, конечно, большой риск. Политическая мощь режима Владимира Путина в экономическом плане стоит на нефти и газе. Все благодаря тому, что месторождение нефти находится в нескольких небольших регионах Сибири и их просто держать под контролем. Режим может контролировать экономические прибыли и элиту, которая получает прибыль. Речь идет о своеобразном общественном договоре, Российский народ хочет энергоносителей по низким ценам, потому что считает, что россияне – граждане энергетической державы. Путинский режим создает у людей впечатление, что они окружены враждебными государствами, которые им угрожают. Поэтому Путин вынужден выделять большие средства на армию и участвовать в вооруженных конфликтах, чтобы доказать людям, что он защищает их от врагов. Да, но если мы будем принуждать Россию перейти к возобновляемым источникам энергии, мы пойдем против воли Путина. Он понимает, что утратил бы контроль над ними. Да, это правда. Но если сравнить энергетику с другими секторами, например, как я уже говорил, с сельским хозяйством, то почему ей нужно быть другой? Скажем, мы интересуемся тем, как в Китае производится одежда в каких условиях ее шьют. Шведская фирма IKEA хочет знать происхождение древесины и прочее. Почему? Потому что это крупные игроки, пользующиеся влиянием. А в энергетике это не работает. Там мы говорим, что не можем указывать россиянам, так как это их внутреннее дело. Я думаю, что наш общий голос. Голос Европы как игрока в энергетике крайне необходим в сфере политики безопасности. Для многих людей энергетика никак не связана с военными и внешнеполитическими вопросами. Но, как мне кажется, они тесно переплетаются. Дело не только в закручивании вентилей. Энергетика влияет и на политический статус государств. Давайте поговорим о Чехии. Правительство рассматривает возможность построить новые блоки на АС-Стимилин, а президент Зима настаивает на том, чтобы проект поручили российскому Росатому. По-вашему, это опасно для нашей безопасности? Конечно, с точки зрения выбросов углекислого газа атомная энергетика в глазах многих, дело хорошее. Но если посмотреть на это из более широкой перспективы, которую я описал, то получается, что ядерная энергия несет такие же риски, как и нефть и газ. Как можно сказать нет России? которая предлагает цену в два раза меньше, чем японская Ташиба или французская Арева, кажется, что это скидка, но на самом деле речь идет о дальнейшей централизации энергетической политики. Росатом не энергетическая компания, а нечто вроде министерства. И Путин, несомненно, без колебаний воспользуется этой картой против отдельных европейских стран. Так что выбор в пользу Росатома, по-моему, не лучшее решение. Как вы расцениваете решение Германии и Бельгии отказаться от АЭС? Разумно ли это или, напротив, преждевременно? Это идеологическое и политическое решение, которое также связано с интенсивным развитием энергетических технологий. А оно будет зависеть от того, насколько эффективно мы сумеем хранить энергию в системе, где массу энергии дает солнце и ветер. Нужны и другие источники на случай... Когда солнце не светит, а ветер не дует, или второй вариант, эту энергию нужно научить сохранить. Посмотрите, например, Финляндии, где треть энергии производится на АЭС. Если в этой системе попытаться увеличить долю солнечной или ветряной энергии, то выяснится, что две системы не сочетаются. Энергия из возобновляемых источников нестабильна а на АЭС она производится все время в одном и том же количестве. То есть развивать и то, и другое, значит вредит самим себе. Поэтому я понимаю решение Германии, но ей действительно придется столкнуться с серьезными проблемами на производстве. Ведь энергию с АЭС приходится временно компенсировать за счет угля и российского газа. Таким образом, переход на возобновляемые источники энергии на самом деле на какое-то время усилит европейскую зависимость от России. Еще одной часто обсуждаемой темой являются электромобили. Их противники утверждают, что Европейскому Союзу не стоит концентрироваться только на них, а нужно уделять внимание другим технологиям, включая гибридные автомобили. Что вы об этом думаете? Я думаю, что мы должны положить конец нейтральному подходу к энергетике. В некоторых странах, например, в распоряжении есть большие объемы биоэтанола, в частности во Франции и Швеции. Поэтому нам не стоит отдавать предпочтение только одной технологии, а руководствоваться тем, какая у автомобиля эмиссия вредных веществ. Но, с другой стороны, вопрос еще и в инфраструктуре. Ясно что Европа не может позволить себе выстроить сразу три разные системы. Таким образом, это будет политическое и весьма сложное решение. Видя, насколько быстро меняется климат, можете ли вы себе представить, что нам удастся избежать катастрофы и резких изменений в нашей жизни? Речь, разумеется, идет не только о решениях в области энергетической политики отдельных государств или Европейского союза в целом, но и о просвещении людей, которым нужно рассказать о разных вариантах. На прошлой неделе я узнал статистику, согласно которой 70% потребленной энергии можно было сэкономить. Мы потребляем энергию, когда куда-то едем когда что-то покупаем. Все это можно делать иначе. Нужны решения в области городского планирования, транспорта и даже культуры, то есть нужно изменить наше восприятие энергии. Когда вы заправляетесь на бензоколонке, вы не задумываетесь, откуда это топливо и сколько от него выбросов. В России, наоборот, из этого делают предмет для национальной гордости. Мол, потребляя газ, вы пользуетесь дарами вашей матушки Руси которые образуют часть вашей идентичности. Вы гражданин страны, богаты ресурсами, и ваше государство сильно. И вы им гордитесь в Европе, которая всегда не доставала собственных энергоносителей. Их использование ⁇ табу, о котором не говорят. Но мы должны научиться задумываться о том, как снижать выбросы, как потреблять эффективнее с выделением меньших объемов углекислого газа. Таким образом, это культурный аспект. Как сделать так, чтобы потребленную энергию замечали? Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.